Более 90 обращений поступило в приемную депутату Заксобрания округа Геннадия Любина с начала года. В основном люди просят помощи в решении насущного жилищного вопроса. Большая часть обращений решена положительно. Помимо частных проблем, жители города идут к депутату и с коррективными просьбами. Так, сотрудники Центрального хозяйственного обслуживания образовательных учреждений просили вернуть им утраченные льготы. С 1 января прошлого года уборщицы, повара и другие техработники перестали входить в штат школ и детских садов и лишились из-за этого ряда выплат. В защиту их интересов депутат Любин выступил в окружном парламенте. И вот на последнем заседании законодательного собрания Ямала инициативу ноябрьского депутата поддержали. 19 июня 2013 года был принят закон в окончательном чтении сохранить льготы на сегодняшний день для таких работников, которые сегодня оказывают услуги образовательным учреждениям. Льготы тех, в первую очередь социальные выплаты, это льготному отпуску выплачивается денежное пособие в размере 15 тысяч рублей. И в связи с выходом на пенсию это 10 окладов.